Привет, кочаны! Нет, это Котя говорит, а это я. Это торт, который я подарил Лизе, подарю Лизе на ее день рождения. Она сейчас молится, поэтому она не знает. Я буду говорить тихо, вдруг она услышит. Торт состоит, он стоит около 1000 рублей. Он состоит из тостов, завтрака, ветчина, сыр, 6 наггетсов, средняя картошка фри и картошка по-деревенски. Хотели бы вы себе такой торт на день рождения? Ставь лайк, если да. И вообще, напишите, какой вот самый оригинальный торт вы бы хотели себе. Помимо этого, я подарю, сука, где он? Вот. Я бы убрал стапу, что Котя жаловался. Вот. Я ему говорю, сколько это стоило, чтобы вы, ну, что если я скажу, вы, не знаю, вы испугаетесь, вы скажете, что я слишком хорошо живу. Так вот. Хотя люди делают более большие подарки на день рождения. Так, я все доел, теперь я буду раскрывать вот эти пачки и доедать сыр, который на них налип. То есть тот момент, когда ты как бы потратил на день рождения, хотя сколько рублей, и ты доедаешь ошметки сыра из пачек. Они же самые вкусные, ребят. Ставь лайк, если ты делаешь так вот, доедаешь ошметки. Я всегда, если гамбургер беру, вылизываю соус с этих упаковок, потому что, ну, я не знаю, знаешь, для себя офигенно какую-нибудь крошку жирную, большую с тарелкой взять, или я один такой странный. Ладно, я даже голову не мог помыть, настолько я был занят последние дни. В общем, все готово. Котя продолжает играть с Лизиным подарком. Котя, это подарок, не тебе. Тебе это не нужно, зачем тебе продолжаешь играть? В общем и целом, вот, да, нормально. Я думаю, пора идти и доставать Лизу из душа. Просто Лиза находится в душе уже, не знаю, полчаса, если не больше. Пора начать ее доставать. Сейчас закрою дверь, потому что свечи надо зажечь, а это лучше сделать сразу. Лиз, сколько еще ты будешь мыться? А что, у меня день рождения, сколько хочу. Ну, Лиз, ну, тебя ждет подарок, я уже его подготовил. Он остыл уже. Ну, так не надо было распаковывать. Ну, я хотел заранее подготовить, я же не знал. Я же не подготовил полотенце подарок. Вот полотенце давай. Я же одеться нужно. Ну, ладно. Ну, я чувствую запах подарка. Ну, в общем, Котя уже освоил подарок. Что? Ну, он, ну как, он посмотрел на него, понюхал его. Я думала, он на зуб освоил. Не, на зуб он не освоил. Хотя он там с подарком, он мог и на зуб сейчас его начать освоить. Ну ладно, я пойду там послежу, чтобы Котя не освоил. Долго тебя ждать? Здесь мне начать флеша смотреть, пока ты готовишься. Я наденусь. Хорошо. Я могу праздновать Лизин день рождения без штанов, ребят. Понимаете, ура. Посмотрю пока новое видео Geek Movies, они как раз выпустили. Вот чем ты занимаешься, понимаешь? Вот ты все подготовил для дня рождения, вот чем ты занимаешься. Просто сидишь, ждешь. Лизе названивают с поздравлениями, а Котя слушает. Ну как вам, пионер? Этот... Рядовой, это же рядовые носили такие. Слушай, я не знаю, просто проходил мимо, причем я переплатил за эту пилотку. Я ее видел в другом магазине за 300, и я уверен, можно было бы за 200, за 100 даже попросить ее. Просто я не знаю, я не люблю торговаться. Вот вы торгуетесь в магазинах, там еще где-то, всяких таких лавочках? Я как-то нет, вот видишь, я вижу ценник, и я как-то, ну, считаю, что у вас висит ценник. Знаешь, что надо заплатить? Я не люблю торговаться. И не люблю, когда они обоснованно торгуются. Очень бесят люди, которые говорят, ну, а можно скидку? А, сука, за что тебе скидку? Ты что, герой? Что тебе скидку давать? Лиз, как ты прокомментируешь? Это жесть. Это очень красиво. Я думал, сейчас скажешь, это самый стрёмный торт, который ты видел. Вот это еще подарок. Спасибо, это то, что я хотела. Целых три штучки. Да. А что лучше, вот слева или справа подарок? Какой из них лучше? Все хорошие. Не, ну а лучше как? Ага, кто лучше, подарок или бар? Лучше, конечно, вот этот. Ну я считаю этот лучше. Лиз, Барни тоже хочет... Нет. Барни тоже хочет яичницу. Ему наггетс интересен. Ты еще и наггетс купил, круто. Ну да, 6 штук. Маску и... Ну, Лиз, ну это же подарок на день рождения. Спасибо. Нормально, что мы общаемся, я просто Котя снимаю, потому что... Ну, я думаю, ребята... Ты же написал, что я уже купила платье. Ну, я не знаю, я не писал, что ты уже купил. О, смотри, вот это идеальный кадр. Вот у Коти праздный день рождения, не ты посмотри, это реально, если посмотреть на кадр, кажется, что это Коти, у Коти праздник. Котлетки, кусочки курицы на котлете. Орлы, настоящая реакция Лизы была, которую она сказала на видео, бля, это охуенно.
Да, начихал на Лизе на желание, так что. Ну, как бы я его усилил своим чихом, понимаешь. Врубай видосик. Ну, я думал, я буду снимать, как мы едим, как бы, как я засовываю куски еды себе в рот. Ну, я один кусочек засуну, просто чтобы вы поняли, как это вкусно. Завидую мне. Котя услышал, что мы его поведем на укол, и вот что делает. А, слушай, его тут нет. Где он? Слушай, куда он попал? Я у тебя трусы просвечиваю. Что они просвечивают? Что мы трусы просвечиваем? Это плохо? Не Котя, ты не хочешь идти к доктору? Ты не хочешь идти на укол, Котя, да? Посмотрите на это лицо, он понимает, что ему пиздец. Он понимает, что мир накрылся пиздой. Он просто смотрит на нас так, так типа, нет, я не пойду никуда. И он даже кивает, понимаете? Я говорю, мир накрылся пиздой, он такой, да, 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 так и есть. Он понимает, что ему звезда просто пришла. Котя, ты не пойдешь никуда, да? Ты будешь в шкафу сидеть. Последний раз, ну, пару раз назад, когда мы водили с Лизой Котю на прививку, ну, на укол от препаратов, он прятался у нее в куртке. Голову прятал. Я не знал, как закончить это видео, поэтому вот оно. Это воскресное видео с Котей, они будут выходить каждое воскресенье, и в итоге я решил просто смонтировать видео с дня рождения Лизы. Просто потому, что любое видео из моей жизни, оно связано с Котей. То есть готовьтесь к этому. Все, что я буду снимать в моей жизни, оно в нем будет присутствовать Котя, поэтому любой мой влог... Наверное, вообще влоги станут воскресной темой, потому что, может быть, какой-то влог... Просто снимать ежедневные влоги я бы не смог. У меня не такая активная... Нет, слушай, она могла быть такой активной, но мне нужно снимать игры, поэтому воскресные влоги — это тема, и они будут с Котей. Всем пока, и до следующего воскресенья со влогами, а в понедельник вас ждет няшка. Постой, сегодня же воскресенье, да? Да. Значит, в понедельник вас ждет няшка, несколько охренительных новых игр. Пока.